Ногти у меня уже готовы к цветному покрытию. Я буду наносить базу 4 в одном, сет из 5 штучек. У них разное название, красивые флакончики. Красивое название, выкраска сверху. Эти базы можно использовать как верхнее покрытие для верхних форм, для гелевых типсов, для укрепления, для небольшого донаращивания. Для большого наращивания они не подойдут, а вот для небольшого донаращивания очень даже подойдут. Они с блесточкой. Они все блестящие и очень-очень красивые. Итак, поехали. База агата белая с блесточками. Консистенция достаточно густая, но база хорошо выравнивается. Я нанесу тонким слоем для начала на ноготок. Тоненько нанесу. Маленький у меня здесь ноготок, кисточка большая. Я нанесу тонким слоем и просушу. Если вы наносите на ноготок, на натуральный, на свой ноготок, если наносите на натуральный, на подготовленный, то лучше нанести тоненько, прям тоненько-тоненько, и высушить, а затем уже наносить выравнивающий слой. Но так как у меня гелевый типс, мне не страшно, то есть это для сцепки необходимо. Я нанесу такой опаловый цвет, можно так тоненько оставить, как эффект, а можно немножечко добавить объема, и тогда цвет немножечко такой будет поплотнее. Я немножечко только добавлю, хочу такой опаловый ноготок, он у меня полупрозрачный, можно выравнивать дополнительной кисточкой. Но база хорошо выравнивается, поэтому особо кисточка может и не пригодиться. Но если вы привыкли, то давайте кисточку. Вот так. Красиво. Да чего ж красиво, да чего ж хорошо. Я не люблю толстые ногти. Если вы любите ногти потолще, то можно нанести каплю пожирнее, и выравнивающий слой у вас будет побольше. Можно перевернуть, отцентровать, дождаться и отправить в лампу. Следующая база, которая называется Белла. Она тоже вот такая вот. Почти белая, слегка-слегка розоватая. Удобно, что выкраска на крышечке. Вы можете как поставить, так и так поставить. Все видно, все замечательно. Очень хорошо все здесь на флакончике прописано. И сроки, и всякая нужная информация здесь написана. Здесь написано, что однофазная база. Нежно, едва уловимый розовый цвет. Пигмент не оседает в ногтевую пластину. Здесь есть добавлен специальный нейтрализатор, который не дает впитаться пигменту в ногтевую пластину, ее не красит. Поэтому можно наносить. Производитель как бы говорит о том, что вы можете прямо на ноготок наносить базу. Но лучше сперва нанести тоненько, высушить, а потом уже донанести выравнивание и цвет. Чем ближе камеру приближаешь, тем сложнее попасть в экран. Я сейчас наношу левой рукой, поэтому мне все простительно, мне все можно. Блесточки ровненько распределяются. Ровненько-ровненько. Под кутикулу мне будет сложно нанести левой рукой, поэтому я кисточку возьму дополнительную и нанесу под кутикулу. Наносится равномерно, не полосит, не плешивит. Здесь я ткнула, это мой косяк, это я виновата. Кутикулу сейчас тут немножечко подогоню тоненькой кисточкой. Мама дорогая, как же неудобно себе это делать. Аккуратненько, аккуратненько. Подровняю, наберу капельку чуть-чуть побольше, но чтобы вам цвет показать, я толстые ногти не люблю. Вот такая нежно-розовенькая, нежная, очень красивая база, распределяется сама равномерно, красивенько. Это экономит, конечно, время мастера, если вы себяшка, тоже это все очень удобно, работать такими базами не надо. Кучу пузыречков, не надо кучу всяких непонятных баз, как они будут работать, как не будут работать. Сейчас я руку переверну, чтобы отцентровать все красивенько. Все, блик выровнялся, отправлю в лампу. Следующая база, которая называется Виола. Это розовенький холодный цвет. Точно такая же консистенция. Здесь серебряные и разноцветные блестки. Также нанесу тонко на ноготок, распределю. Сложно, конечно, самому себе близко к кутикуле прокрасить.
Но тем не менее, это можно сделать. Добавлю такую моделирующую, больше не выравнивающую, а моделирующую каплю такую добавлю, чтобы добавить немножечко цвета, чтобы был понасыщеннее цвет. Но они, тем не менее, эти базы не очень насыщенные, такие полупрозрачные. Очень красивые, такие опаловые все они. Красиво, нежно смотрятся на ногтях, причем все пять. И кто-то выпадает из кадра. Дожидаюсь красивого ровного блика, но на камере все равно выглядят побледнее. На самом деле чуть-чуть поярче. Следующая база под названием Джейн. Такое платье. Выкраска совпадает практически на 100%. Полиграфическая выкраска совпадает с цветом в пузыречке. Баночки такие забавные, такие красивые. Аккуратненько. Все написано аккуратно, все понятно. Ничего лишнего. И все красиво. Очень-очень приятно такие баночки в руках просто держать. Точно такая же консистенция. Достаточно такая густенькая. Это персиковый уже цвет. Тоже разноцветные блесточки, в основном жемчужные, но попадаются и искорки таких вот, и зелененьких, и красненьких какие-то. Но их немного, но они попадаются. Тоненько сперва наношу, делаю такой мокрый пол. Базы комфортные, они не затекают, как вы видите, несмотря на то, что я работаю левой рукой и могла бы еще раз лучше сделать все правой рукой, но кто сказал, что мы ищем легкие пути. Я нанесу тонкий слой, и даже тонкий слой дает уже такой камуфлирующий оттенок. Убираю с торца, чтобы мне на торцах толсто не было. Добавляю каплю. Каплю можно, конечно, и пожирнее сделать. У меня подложка получается гелевый типс, и поэтому цвет менее насыщенный, у вас будет более насыщенный, если вы будете на ногтях делать. Обязательно надо поправить возле кутикулы. Мне этот палец в разные стороны, ноготь в разные стороны. Вот такое бывает. Подвожу чуть-чуть ближе к кутикуле, чтобы красиво было. Переворачиваю. Теперь отправлю в лампу. И еще один не менее красивый цвет, который называется Глория. Очень мне нравится, что крышечка так вот выглядит. Я надеюсь, что торговая марка никогда не изменит себе и крышечки оставит вот такие. Это очень удобно. Здесь живая выкраска, понятно какой цвет. Поэтому я люблю такие пузыречки, если честно. И тоже платьишко у девочки точно такое же, но плюс-минус по цвету совпадает. Вот, несмотря на то, что у меня здесь все цвета разные, ногти выглядят гармонично, как будто бы так и задумано. Глория, это вот такой розовенький, красивый цвет, блесточки разноцветные, красивые. Все то же самое, нанесу тонко, распределю сначала на свободный край, никакой толщины. Все, чтобы было аккуратненько. Чем ровнее запилен ноготок, тем проще и равномернее, без бугров, без затеков база распределится. Беру капельку для того, чтобы сделать архитектуру, хотя эта архитектура здесь не особо нужна, но тогда цвет будет поплотнее. Закамуфлирую переход. Вот это моя задача, чтобы не было видно. Ай, куда ты? Чтобы не было видно переход от свободного края к натуральному ногтю, чтобы вот здесь вот все было красивенько. Пусть даже свободный край просвечивается, но лучше, чтобы переход виден не был. Отцентровываю все, поправляю. Все отлично, все ровненько. И сушу в лампе. Все, мои ноготочки готовы. Несмотря на то, что они разноцветные, все равно они выглядят гармонично. Эта база полупрозрачная. Она будет очень хорошо, аккуратненько, деликатно отрастать возле кутикулы. И переход будет заметен минимально. То есть очень-очень будет очень незаметен будет переход при отрастании ногтя. У базы есть остаточная липкость. Поэтому я перекрою эту липкость вот таким вот топом. Топ называется «Устойчивый блеск» от этой же торговой марки. Остаточную липкость я не убирала, просто нанесу тоненько топ и отправлю в лампу. Блесточки по базе распределились
ровненько, равномерно, не цепляются, не шершавые, гладенький ноготок, поэтому топ распределяется легко. Красивый глянец, как красиво блестит, отправлю вам. Этот топ не синит, он не делает ногти фиолетовыми, синими или какой-то отлив, он их не искажает, поэтому можно наносить как на светлые, так и на темные подложки, и он не исказит черный, не изменит какие-то другие цвета, он не желтит в лампе. Устойчивый блеск. 6 недель. Зачем? Это нельзя писать. Клиенты сразу же захотят ходить 6 недель. Показала я вам работу цветных баз от торговой марки Z-Color. Это базы однофазные. Их можно использовать и выравниванием. Можно использовать как подложку. Можно использовать на верхние формы, на гелевые типсы. Можно использовать куда угодно, как угодно. Они облегчают работу мастеру, потому что это однофазная система и очень комфортная в работе. А также вот такой красивый бриллиантовый топ. Если вам понравились цвета, то вы можете заказать на официальном сайте. Обратите внимание, что у них сейчас проходит антикризисная программа. Вы можете заказать этот же материал, но подешевле, без таких цветных и ярких наклеечек. И если вы хотите сэкономить, то я вам оставлю промокод, ссылку, конечно, на сайт я вам тоже оставлю, так что при оформлении заказа обязательно используйте промокод для того, чтобы сэкономить 10%. А я вам желаю всего хорошего, увидимся в новых видео очень-очень скоро. С вами была Светлана Соколова. Пока-пока!